На конкурс дети читают стихи. Широков Марк, 6 лет, город Братск. Автор Сергей Михалков. Под Новый год. Говорят, под Новый год что не пожелается. Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Даже могут у ребят сбыться все желания. Нужно только, говорят, приложить старания. Не лениться, не зевать и иметь терпение. И учение не считать за свое мучение. Говорят, под Новый год что не пожелается. Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не загадать скромное желание? На отлично выполнять школьные задания. Чтобы так ученики стали заниматься, чтобы двойка в дневники не смогла пробраться.